Це до теми перемовин Росії, кого вона схиляє до цих перемовин і чи вони відбудуться. Про це ми говоримо з Вадимом Рахлісом, професійним перемовником. Пане Вадиме, ви на зв'язку? Да, я на зв'язку. Чудово. Продовжіть, будь ласка, тему перемовин, що Путін намагається зробити. І от насправді, що може, крім перемоги української армії, змусити Путіна відректися від захоплених територій? Еще раз здравствуйте. Кроме нашей победы, Путина заставят отречься от территории и убраться с Украины только прием Украины в НАТО. К сожалению, это сейчас мало реально, и несмотря на это, мы на это надеемся. Других вариантов нет. Путин не уберется из Украины и не будет ни с кем разговаривать по этому поводу. Так, ви говорили про те, що Путін може сідати за стіл перемовин із Сполученими Штатами Америки, але я повторюся, що здається, що Путін ніколи не піде на поступки, і от, зокрема, він не покаже свою слабкість перед Сполученими Штатами. Дело в том, что чтобы получить реальный рычаг давления на Путина, мы, мировая общественность, убедить его, что если это все сорвется, да, что если он не отречется от того, что он хочет, он потеряет не просто, у него будут серьезные потери, это грозит его жизни. Единственное, чего боится Путин, это умереть. Да? Поэтому пока он не поймет, что это риск его жизни, он не уберется с территории. Говорить, я полностью согласен с президентом Зеленским, что говорить сейчас с Путиным нельзя, и, к сожалению, кроме нашей победы у нас ничего не остается, так как Украину, к сожалению, в НАТО не примут. Есть еще один вариант, точно такой, когда они пытаются и угрожают применение ядерного оружия, когда страны НАТО выступили с тем, что будет достойный ответ сразу. Так вот, этот достойный ответ сразу надо давать и выступать с тем, что если Путин не уберется, то НАТО дает конвенциональное оружие Украине, которым мы сможем воспользоваться по нанесению ударов в точке принятия решений на территории России, откуда летят ракеты, откуда вылетают самолеты. И не только на территории России, на территории Беларуси. Давайте також поговоримо про потенційних модераторів перемовин. Закликав сприяти мирному процесу президент Франції Еммануель Макрон, попросив Папу Римського поспілкуватися з кремлівським диктатором Путіним, патріархом РПЦ Кирилом та американським лідером Джо Байденом. Папа може мати вплив на нього для відновлення американської участі в Гаїті та Україні, сказав Макрон в інтерв'ю тижневику Le Point. Раніше французький очільник під час виступу на міжнародній конференції заявив, що російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні і закликав її протистояти такому тиску. Ну от бачимо, Путін ігнорує дзвінки Макрона, аргументуючи тим, що ні він, ні Шольц, вони не погоджуються із політикою Кремля. Однак Макрон намагається вплинути, ось бодай навіть через Папу Римського передає ось такі вітання. А якщо загалом оцінювати, чи Макрон, він хороший модератор, чи можливий він взагалі модератор цих перемовин? Телефонная дипломатия Макрона как лидера Франции подвергается жесткой критике, и я тоже это критикую, потому что это только ведет к новому насилию со стороны России, то, что я считаю. Да, и не зря сказал министр иностранных дел Латвии Ринкевичус, привел строчку из песни «Позвони мне, позвони» Роберта Рождественского, да, по поводу того, что делает Макрон. Он забыл гордость, что такое гордость, и с Путиным общаться нельзя, и намекать тоже нельзя. Просто Макрон, как и Эрдоган в частности, хочет выступить классным посредником в мирном урегулировании, чтобы поднять свои баллы до будущих выборов. Кстати, по поводу Эрдогана вы задавали вопрос. И именно поэтому Эрдоган говорит, что Путин стал мягче и более договариваемый. На самом деле это не так, просто выборы в Турции перенесли с июня на осень, и поэтому Эрдогану надо дополнительные баллы. Он выступает и как посредник между Украиной, пытается выступить Украиной и Россией, Россией и Западом, и в Сирии он пытается лидировать. Поэтому это просто баллы предвыборные.
Але ж він не встигне до осені примирити держави. Чи що він хоче з цим, окрім закликами своїми, показати для свого населення? Ну, если вы помните, он участвовал в сделке зерновой, да, участвовал в встрече Зеленского и Гутьерреша, он, и это все действия, которые, ну, дают баллы ему на выборах. Кое-что он успел, да, больше он ничего не успеет. Пане Вадиме, ну давайте коротко і ясно, то найближчим часом ніяких перемовин не буде. Да, я, ну, практически уверен, что переговоров в ближайшее время с Путиным не будет. Пане Вадиме, вам дуже дякую за включення. На жаль, нас трішечки підводив інтернет, але такі реалії. Вам спасибі за те, що з нами поспілкувалися. Бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Рахліс, професійний перемовник, медіатор. Дякую.